Лев Николаевич Толстой. Знаменит он едок и задирист только тем, что граф и вертопрах. Тем, что у него орловский выезд, тем, что у него шинель в обрах. Граф молчит, угрюмый, диковатый, как волчонок худ, большеголов, но перед ним дундуковатый враг его, профессор Иванов. Зависть к титулованным запрятов он от желчи собственной прокис. Мерз дундукизм аристократов, но страшней плебейский дундукизм. От графа запахом дворянским хлещет раздражающий остро, чуть одеколоном, чуть шампанским, лошадьми, пожалуй, даже то. Иванов бы сам хотел так пахнуть, и за это тайно разъярен. Нутис, что же вам подскажет память? Графа сладко спрашивает он. На лице плебействует сияние. Ни полслова граф не произнес. Изложить великие деяния Николая I вопрос. Повторяет за трепачами, скучно говорит наоборот. Пожимает граф Толстой плечами и другой билет себе берет. Но билеты словно смеяние. Как их можно принимать всерьез? Изложить великие деяния Анны Иоанновны вопрос. Кто составители билетов? Если пряча столько в тени, о деяниях просите ответ, а о злодеяниях ни-ни. Как Катюшу Маслову, Россию, разведя красивое вранье, лживые историки растлили, господа неоклюдовы ее. Но не отвернула лик фортуна. Мы под сенью Пушкина росли. Слава Богу, есть литература. Лучшая история Руси. Шмыгает профессор Макроноса. Нутис, не пора ли граф начать? Граф Толстой выходит на вопросы. Граф Толстой не хочет отвечать. И профессор нулем как выдаст, долго ждал счастливой той поры. На тебе за твой орловский выезд, на тебе за все твои бобры. Ну, Толстом, выискался гений. Нуль Толстом, жирный, вуаля. Тем, кто выше всяких измерений, нуль поставить, красник для нуля. А Толстой по улицам гуляет, отпустив орловский выезд свой. А Толстой штиблетами гоняет, тополиный пух по мостовой. Будут еще славы и доносы, будут и от церкви отлучать, но настанет время на вопросы. Граф Толстой захочет отвечать. Лучший из русского дворянства, фраг ни на одном не мешковат, лишь играли в пьянство, дуэлянство, тонко соблюдая маскарад. Были те повесы и кутилы, мудрецы в тиши библиотек. Были 20 лет неинфантильны. Пирамида. Это вам не следующий век. Мужиком никто не притворялся, и целуя бледный луч клинка, лучшие из русского дворянства шли на эшафот за мужика. Вы не дорожили головою, и за это низкий вам почет. Это вашей кровью голубою наша Волга-матушка течет. И за это шумное буянство вам, любившим тройки и цыган, лучшие из русского дворянства, слава от рабочих и крестьян. Как называется? Лев Толстой. Как назвать ролик? Толстой. Евтушенко. Евтушенко? Да. На канале Global Wave. Global Wave. Стоп. Стоп, снято.